Те медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, они получают доплаты целевые, связанные вот именно с повышением напряженности труда. А в правительстве обсуждается вопрос на сегодняшний момент увеличения этих доплат для того, чтобы еще раз продемонстрировать о том, что медицинские работники, ну, что их труд ценят. Хотя, сколько мы общались с нашими коллегами, никто не ставил во главу угла именно вопрос материального стимулирования. Люди выполняют свой долг, но мы понимаем, в каких тяжелых условиях они работают. И, во-первых, уже увеличили оплату, во-вторых, будем стремиться сделать это и дальше.